На этом наш курс подходит к концу. Осталось еще огромное количество возможностей Python, которые мы не рассмотрели. Это и создание графических приложений с окошками и кнопочками. Это создание веб-приложений. Все это и многое другое можно делать с помощью языка Python. Поэтому изучайте основы программирования, изучайте те библиотеки, которые вам интересны, и программируйте с удовольствием.